Приветствую вас. Давайте посмотрим то, что вы написали. Значит, смотрите, Екатерина, я посмотрел ваш профиль, да, вот, изучил ваш профиль, скажем так, вот, потому что очень мало информации вы дали. То есть, ну, понятно, что дочь ваша ворует, понятно, что как-то все это очень неприятно, вот, понятно, что вы не знаете, что делать, понятно, что хочется вам, значит, что-то исправить, вот, понятно, что как-то вот вы переживаете сейчас проблемы, вот. Это вся история, в общем, мне ясна. На самом деле. Но не может быть такого, не может быть такого, значит, чтобы у дочери не было причин так себя вести. Вот. То есть, если она ведет себя именно так, значит, у нее на это есть какие-то основания. И поскольку вы о себе практически ничего не говорите, да? То есть вот, поскольку вы не рассказываете ничего о себе, вот, поскольку вы не даете никакой информации, то я бы вынужден посмотреть ваш профиль, где увидел, наткнулся на вопросы, значит, связанные с ревностью, с подозрением в изменах, вот, и так далее. То есть вы, как мне представляется, да, вы не уверены в себе. Вы не уверены в себе. Вот вы боитесь потерять человека. Вот. Значит, при том, что вы боитесь человека потерять, это у вас уже не первый брак. То есть, как бы, дочь, она все это видит, дочь ваша все это чувствует. И давайте сперва, сперва, да, разберемся все-таки с вами. Вот с вами что происходит? То есть вы почему боитесь потерять своего мужа, да? У вас откуда мысли появляются такие, что он может уйти, изменить там с кем-то и так далее? Вы по какой причине в себе не уверены? У этого должны быть основания. У этого есть основания, я вам даже больше скажу. У этого есть основания.
Вот. Я хочу, чтобы вы эти основания нам рассказали. Потому что ваша неуверенность в себе происходит из-за неудовлетворенности. Вашей неудовлетворенности. Которая возможно, я повторяю, только возможно, я не говорю о том, что это обязательно так. Я не знаю. Вот, я не знаю, как это на самом деле. Но, может быть. Вот. Из-за чего распался ваш первый брак, соответственно? Почему распался первый брак ваш? Что случилось не та, что случилось с первым браком у вас? Вот. И здесь нужно исследовать. Здесь нужно смотреть, да, насколько вы удовлетворены. Вот, ну, именно сами по себе. Насколько вы гармоничны сами по себе, почему вы не можете себя занять чем-то. Да? То есть вы беспокоитесь, переживаете, ну, вот. А вы, ну, значит, как-то вот нервничаете постоянно из-за того, что муж может уйти. И откровенно вы себя принижаете. Вы говорите, что я собственница, что я ревнивая, там, и так далее. Вот. У этого есть основания, да? У этого есть основания. Есть основания у того, что вы ревнивы. Да, у этого есть основания. Только нужно эти основания нам с вами, например, найти. Нам нужно найти с вами основания, почему вы такая ревнивая. Вот. И после этого уже можно будет о чем-то говорить, да? После этого уже можно будет о чем-то разговаривать с вами. После этого можно будет уже что-то делать, понимаете? Вот. Это важный момент. Очень важный момент. Почему я так говорю? Да, то есть, ну, почему я обращаю ваше внимание на это? Обращаю я ваше внимание на это потому, что дочь перенимает, по сути, все, что вы делаете. То есть, как вы, грубо говоря, украдкой пытаетесь получить любовь своего мужа, не говоря ему прямо, о том, что вы хотите, о том, как вы хотите, о том, что вам нужно, да, но так и ваш муж,
так и, ой, да простите, так и ваша дочь, украдкой пытается получить то, что ей нужно. То есть дочь ворует из-за того, что ее мама не получает откровенно того, чего она хочет. Вот и вся причина. Вот и вся, по сути, проблема. Понимаете? Вот и вся история. И для того, чтобы дочь, перестала воровать, да, вам нужно всего лишь, быть удовлетворенной самой. Вот, собственно, и все. Как бы. Вот, собственно, в этом и ответ на ваш вопрос. Другое дело, захотите ли вы над собой работать. Другое дело, захотите ли вы что-то исправлять в себе. Потому что в ребенке, да, ну то есть ребенка, исправлять это достаточно легко. Начать исправлять ребенка, знаете, там как-то его там, ну, грубо говоря, шпынять, да, как-то ему говорить, что вот ты такой-сякой, вот ты там не так себя ведешь, ну, например, да, например, и так далее. Но это можно сделать, но что вам это даст? На мой взгляд, очень большой вопрос. Девочка, ворует не от хорошей жизни. Девочка ворует из-за того, что не может выражать свои чувства прямо. К сожалению, так же, как не можете этого делать и вы. Поэтому сперва вам нужно поработать над собой, вот, а потом уже, можно будет и к дочери обращаться. Вот, конечно, возможно, ваша дочь нуждается в помощи психолога, возможно, ваша дочь нуждается в психотерапии, вот. Но сперва все-таки работать нужно с вами, потому что ребенок, да, вот, ребенок, это ваше опрошение, понимаете? Вот. Ребенок ваше обращение. То есть ребенок ведет себя так, как ведете себя вы. Как бы вам это было неприятно. К сожалению, да? Вот. Понятно, о чем идет речь, я надеюсь. Значит, смотрите, вы пишите, да, вы пишете, что дочь, значит, ворует 5 лет. То есть 5 лет ворует ваш ребенок. Вы обратились к нам. Почему-то. Только сейчас. Почему вы обратились к нам только сейчас? На мой взгляд, очень важный,
вопрос. На мой взгляд. На мой взгляд, очень важный вопрос. Поэтому давайте, пожалуйста, да, поисследуем, почему вы не обратились раньше, ну, к нам, опять же. Почему вы не обратились к нам? Почему вы не запросили помощи раньше? Почему, если у вас вот, ну, если у вас есть проблемы, да, например, вы ревнуете там и так далее, почему вы не обратились за помощью сами для себя? Как вы хотите помочь своей дочери, да? Как вы хотите помочь своей дочери, если вы сами себе помочь не можете? Понимаете? Вот и все. В принципе. То, что можно вам сказать, по сути, исходя из того, что вы написали. Понимаете? Вот так. Подумайте, чего дочери не хватает? Понятно, что не материальных вещей. Понятно, что не материальных вещей. Но что? Что? Вот на эту тему вам и нужно как следует подумать. Если не сможете сами, да? Если не сможете сами разобраться в этом, то мы вам поможем. Тут ничего постыдного, на мой взгляд, нет и быть не может. Понятно? Вот так я бы ответил вам на ваш вопрос. Прошу прощения заранее, если ответил не так, как вы хотели, но тем не менее, с точки зрения профессиональной психотерапии, да, с точки зрения профессиональной психологии, это вот именно так работает. Вот. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне в личку. Я буду рад вам помочь. Я буду рад ответить вам на все ваши вопросы. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.